Привет, друзья! Сегодня продолжаем с Джанни наши глаголи пронуминали и сегодня будем смотреть «спасарсела». Вчера мы смотрели «пасарсела», добавим одна «с» и уже идет другое значение. «Спасарсела». «Спасарсела» идет на значение «развлекаться». «Развлекаться», «проводить хорошо время». «Io me la spasso». Adesso io me la spasso, сейчас я буду проводить очень хорошо время. Смотрите на картинка, adesso sì che me la spasso. Или вот это, adesso spassiamocela. И сокрою с этого картинка, симпатична, oggi andiamo a spasso e ce la spasseremo. Sei uno spasso, интересно. Oggi andiamo a spasso, spasso значит гулять, e ce la spasseremo. И наш маленький друг, который будет говорить, sei uno spasso, который идет на значение, что я возле тебя, я буду веселиться, даже быть просто рядом тебе. Поэтому люди, когда говорят что-то интересное, что у вас очень нравится, вы хотите говорить, ну, ты крутой, вы можете говорить, sei uno spasso.